Вася. Что? Ты за водой пошла? Да. Молодец. Находимся в лагере Стани. Ребята увидели птенца, воробья, выпал из гнезда. Решили его сами кормить. Вот они его кормят мухами, кузнечиками. Принесла, ну давай. Принесла. Да, давай. Не надо, не надо. Так, с воды мы ему открывай шире рот. Давай, малышня. О, молодец. Ну, пей, пей, пей. Сейчас поят его водичкой. На кнопку. Нажимаем. Нет, на кнопку уже не работает, видно. О, еще муху, что ли, поймали? Ничего себе. Дядя Миша у нас очень хорошо ловит мух. Папа, второй. Рося у нас ловит хорошо кузнечиков. А Инафа? Кормящая мама. Хорошо ловит пчел у этих, ос. Только не вот, пожалуйста. Я вот буду с вчерашнего дня. Так они мне глазиком работали хорошенько. Нет, он уже наелся, его уже закормили. Ну все, спокойной ночи. Так, солнышко, давайте ему сделаем. Он спит. Давайте ему сделаем оградку, чтобы темно не было. Темно было. Нет, ему хватит солнышка. Ему согреться надо. Понимаешь? Видишь, он голый весь. Что там есть? А сейчас тепло. Рукава есть, штанишки небольшие. Она без голой. Спать хочешь? Без голой, кроме рваных штанишек. Прикрой его. Ну зачем ему тень-то? Знаете, ну ему ни к чему. Это что такое? А, твое. Да. Дай ей. Сегодня 30 июля 2019 года. Слава Богу за все. Иди, Володе подарок. Вместо того, что у меня с Гакори, у меня будет...